Обнова The Doors Bad Bad. Всем привет, ребята! Меня зовут Илья, я в лагере. У меня свободное время, и в Doors Bad Bad у нас вышла обнова. Да, ребята, это наш обыкновенный Doors Bad Bad. Я не верю, что это. Я не верю, что это Doors Bad Bad, ребята. Я не верю просто. Это Салли, все новое. Так вообще все новое. Я не узнаю даже, что это Doors Bad Bad. Хотя, ребят, да, это наш обычный Doors Bad Bad. Это наш, ребята, реально обыкновенный наш Doors Bad Bad. Я не вру, это не какие-то пародии. Суперсложный режим. Все еще работают над ним. Классно. Пошли в лифт, ребят, я включу музычку немножко. Вот, я у себя чистила. Вот, ребят, видите, музыка такая же. Ух, нифига, тут все новое прям. Так, колокольчик такой же, тумбочки другие. Блин, сколько работали над этим Doors Bad Bad. Так, я зашел, кстати, на випку, если что. Оп. Всё, дверь. Блин, какой звук противный. Хорошо, что у меня звук маленький. Появились номера. В смысле? Появились номера. Да, в тумбочках у нас, как обычно, ничего нету, да? Вот, они открываются так медленно еще. Дверь 02 плюс 2. То есть дверь номер 4. Прикольно. Картины, ребят, такие же. Это Doors Bad Bad, реально. Реально, ребята, прикиньте, у нас тут дверей теперь, да, будет, по идее? Или нет, наверное? Съели. Вау. А вот там вот я что-то не очень хочу идти. Так, подожди-ка, была аж 7-я вроде. Так, она... А, номер отпал. Я понял. Или это ручка? 9-й. 9-я дверь. Ух ты, секретка. Секретка, зажигалочка. Берись, давай. Эй, она не берет. Опа. Ха-ха, последние три двери были совершенно смешной шуткой. Непон. Графика вообще другая. Ух ты. У нас тут фигура. Снежная королева, блин. Так, 12-е. Ах ты. А, Скрич. Почему? А в смысле, почему 14-я? Она же... Это была 12-я. О, блин. Улетел. Ух ты, новая картина. Ух ты, я помню эту комнату. Вот мне интересно, можно ли в этой комнате спрятаться без шкафа? Вообще, можно спрятаться? О, ребята, я потом буду записывать ролик. Я просто сейчас в лагере. Я буду записывать ролики по типу способы спрятаться от Раша. Вот это будет прикольно, ребят. Хотите такие ролики? Блин, ребят, обнова вышла, когда я в лагере. Что такое? У меня сейчас просто... Так, где говнюк? У нас, ребят... Амбуш. У нас, ребята, появились номера. Темные комнаты появились. Прикиньте. Темные комнаты. В Doors Bad Bad. Так, ух ты. Обновили просто все. Капец. Так, а тут уже попасть, кстати, нельзя. Да, раньше можно было попасть. Нет, ребят, я соврал. Тут можно было... Тут можно пройти. Ух ты, 23-я дверь уже глаза. Так. Никогда не вижу. Остановившись в этом отеле, посмотрите, все только хуже, у меня болит голова. Ух ты, картины новые. Ну, это не картины. Это, как можно сказать... Это интересно, какой сик, ребят, будет? Такой же поди.
Ну. Новая анимация. Эй, где? Кстати, было еще медленно 32, так. Что за... Подождите. Фух. Я хочу еще раз. Все, попасть нельзя. Кстати, не урон. Урон не нанесли, ребят. Не, ребят могут забрать телефон. Как вы видите, есть звуки. Поэтому не обращайте внимания, если запись уже будет другая. 35-я, подождите. 36-я. Но я пока не буду там. Так. Так, тут все на английском. Пока, кстати, Redcat вроде не записывал ролики. Господи, что у нас тут за кустарники? Может, тут секретные какие-то штуки есть? Но моя цель сейчас побыстрее пройти, а то у меня скоро телефон будет забирать. Все, ребят. Блин. Прикольно. В смысле? Не. У меня прыжок сломался. Ну что ж, ребята, я вот такой небольшой обзорчик вам показал на обновление. Давайте, ладно, дальше проходить. Давайте уже спидранить. Давайте просто спидраним. Съели. Давайте мы сейчас это... У меня, кстати, зажигалки нет. Ух ты! За что? Так, ребят, у меня здоровье забрали, классно. Вот тут я хочу попробовать выжить от Раши. Вон там вот тут, в той комнате. Давайте уже сейчас сиг будет, я перемотаю. Походу, ребят, меня Скрич укусил. Ребята, в эту игру еще добавили фонарик. Смотрите, какой. Ля, ребята, ля. Просто ля. Так, ребят. Ну что ж, сейчас уже будет Раш. Наш любимый. Так. Так, и я тут читал там на английском. Вот. И в этой комнате, я думаю, можно ли спрятаться от Раши. Ребята, я все буду проверять. Но только, наверное, уже не в этот день за кустами прятаться. Везде я буду пробовать. Раши нету. Вау! Ребята добавили эту комнату. Мне нравится. Ух ты, витаминки. Так. Берите. У меня мало здоровья. Так, тут одна дверь хоть. А то я номер не помню. У меня склероз. Подождите, а у нас... А чё, ключ может быть на нету? И чё нам монета? Подождите, а ключ вообще где угодно, что ли? В тумбочке может быть? Я думаю, вряд ли. Сейчас мы его найдем на каком-нибудь столе. Что, реально, гоните? А вы чё, куда вы его запрятали, блин? Ребят, ключа нету. Подождите, что за мной? Как так-то? 42. Что, ребят, 42 комната убийца. Тут нет ключа. Может, я плохо ищу, может, он на потолке валяется. А, до меня не дошло, иди одна. До меня идея это не дошла. А, я забыл, что... 42. Так, ребят, все. Вроде... Все, да?
Вау! Нифига! Я хотел сказать все. 42. Подождите. У нас было... А, ну тут только один проход. Ребят, я хотел уже ролик заканчивать. Думаю, все, пока что больше ничего нету, да? 44, да? Так. Слушайте, блин, прикольно. Эй, берите. Так, давай, давай. Так, у меня тут просто дверь какая-то упала. Не упала, точнее. Так, ребят, я буду говорить шепотом. Так, ребят, 15-19. Скоро будут забирать. Так, 46-я. А у подвал еще. Вентиляция. Вот это вот вентиляция, ребят. Капец, прикольно. Я буду говорить шепотом, ребят, извиняюсь. Вау, длинный коридор у нас. Какая фигура мне интересна, ребят. Ух ты, я не думал, что это добавят. Честно. Так, монета. Берись. Берись, 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 и больше не те. Как? Три. Так. Круг. Так, круг. Пентагон. Девять октагон. Фигура. Что она такая быстрая? А, блин. А что она сюда заходит? Сейчас мы пройдем, ребят. Так, три круг. То есть три. Три, четыре. Три, четыре, семь. Три, четыре. 7, 9, 2. 3, 4, 7, 9, 2. Да? Вау! Я прошел! Джефф, Джефф! Джефф! Ух ты! Ничего себе! Так, мне должны дать витамины, да? Ух ты! Мне же ребенка подкинуть. Я думаю, ну, прикиньте. Какая-то музыка, ребята! А, мне авторское право поставит, наверное. Блин. А, прикольно. Так, ребят, сейчас скоро, наверное, телефоны будут забирать. Господи, какой тут номер двери. Я сейчас отскричен, да, сдох. Ух ты. Так, подождите, сейчас 64-я. Так, ребята, там я какую-то норку вижу. Нет, попробуй только. Ух ты, ребята, у нас Тимати в логово он живет. Так, ну мне тут линия обыскивать. Побежали. Хальт.
Ух ты. Я сейчас сдохну от него. Ну, конечно, тут... Ну, ребят, ну как я должен был? Что ж, ребята, если вам понравилось обнова, если вы о ней еще не знаете, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну что ж, всем пока.